это монстр! Тихо, Спарки. Ужас. За что? А, кто это? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Роблокс Двери, но, в общем, это мультик про то, как сюда попал Поззи. О божечки, Спарки, зачем мы пошли в этот лес? Еще и наткнулись на Хаги-Ваги. О, господи, это хороший вопрос. Зачем вы наткнулись на Хаги-Ваги во вселенной Роблокс Двери? Это интересно. Это необычный поступок, на самом деле. Как правило, люди такого не совершают. Надеюсь, у них есть номера, чтобы мы могли согреться. Да, в лесу было очень холодно. Сейчас согрею. Сейчас будет пробежка с Сиком, согревающая только так, на раз-два вообще, идеально. Тебе не кажется странным, что никого нет на ресепшене? Мне нравится, как он клёво общается со своим ящерным холоднокровным другом, в принципе. Жаль, я не умею свистеть. Нормальная такая химия между персонажами, действительно. Интересно было бы знать предысторию этих взаимоотношений. Ну, тут есть несколько, два, по-моему, предыдущих ролика, я их не смотрел. Даже было бы любопытно узнать, как они познакомились. Так. Возможно, ящерица была подписчиком Поззи и написала ему, в общем-то, они... Может, они как-то вместе затусили по итогу. Я бы тоже, если бы мне ящерица написала какая-нибудь, знаете, я бы, наверное, бы, ну, не применил возможности. Тоже это видел. Ключ? Пообщаться откуда с говорящей. Откуда здесь взялся ключ? Не знаю. Ладно, раз тут никого нет. Так, значит, о, монетка. Это вам на чай. А, только кому? Кому на чай? Вот тоже вот интересно. Так, ну, в общем-то... Наверное, лучше на лифте. Призрачный, как его там звать? Метрдотель, да? Есть же такое слово, да? Наверное, будет довольно. Так, все, поехали. Нифига себе лифты! О, нормальные дела. Так, хорошо. Привезли, поехали, как говорится. От души прокатили. Что случилось? Лифт упал! Ты что, не видишь? Да, я вижу. Да. Я так понимаю, ящерица по сюжету умнее, чем он, да? Это интересный сюжет, поворот будет. Кажется, я нашел комнату, в которой мы сможем остановиться. А, смотри, сзади какие картины, шедевральные. Ты шо, вон там, там вообще Леонардо да Винчи рисовал эту роблоксовская голова. Да. Робла Лиза. Да. Точно, я помню, была такая картины, картина. Картины, конечно, криповые. Да ладно! Отель черт знает где! Этот волшебный ключ! Да, не стоило забегать в первый попавшийся дом. Реально, ящерица — это глаз разума здесь. Еще одна дверь. О! Еще один коридор! Пацаны! Я подсказываю! Может, нам шкаф. Не стоит туда идти? Да подумаешь, всего лишь еще один коридор. Да действительно, он, смотрите, он еще одна картина. Тут точно да Винчи руку приложил. Пойдем. Может быть, спереди кого-то встретим? Ну погнали тогда. А может быть, вас встретят и со всех сторон. О! Давай посмотрим, что в этих ящиках. Сик, ну давай. Вау. Так, это что такое? Глаз? Оу, кто это сфоткал? Может... Это фотка, господи. Я думал, это такие салфетки замечательные такой мерчендайз прекрасных салфеток. Очень. Быть, во время Хэллоуина сфотографировали? Действительно. Зажигалка. А, о, вот это бери, это надо. Как великий профессионал Roblox дверей подсказываю, да, это очень надо взять. Так, хорошо. Еще шкафы. А? Вперёд! Тут сейчас этот великий электрик сейчас придет, вырубит свет. Надо прятаться в шкаф, ребят. Что такое? Ой. Пробежались немножко. Так, хорошо. Идем дальше. О! О! Вот об этом я говорю. Вернись! Ох, нифига. Быстрее в шкаф. Да, хорошая мысль. Оп. Это сотрудник, что ли? Странный какой-то сотрудник, нет? Да, он это, за чаевые благодарит, видать. Может, он расстроился, что мы ему оставили мало чаевых? Нет, я-то наоборот подумал. Блин, угадал, но почти не угадал, да. Я думал, он благодарит за чаевые. Так, ну, гении мыслят одинаково. А особенно учитывая, что если мы оба гении, и мы оба, судя по всему, глупее ящерицы, это хорошо, да, это замечательно. Это прекрасно, так. Господи. Так, все трясемся. Все боимся. Пронесло. Но это... Эй, спокойнее. Идем. Это был Раш, да? Это он тут проехался просто. Идем дальше. Сик? Ну это Сик, ну да. Что еще такое? Все в порядке, Спарки. Нас нашли. Это же сотрудник отеля. Ну да. Они все тут сотрудники отеля. Это не сотрудник. Это сотрудник. Нет. Да. Нет. Да. Чувак, слушай свою ящерицу. Я серьезно.
Откуда у тебя бинокль? Да какая разница? Просто смотри! Мне вообще показалось, он у тебя из кармана его достал, нет? Ну, хотя, может и нет. Может быть и нет. Да, это не сотрудник. Чего ты взял? Это дискриминация по одноглазовому признаку. Что, если у меня один глаз, я уже не сотрудник, сейчас скажет он, да, и будет правчик возьмёт. Ага. Ага. Окей, хорошо. Перепрыгиваем, перескакиваем. О, да, есть такой момент в игре, есть, там надо перепрыгивать. Что будем делать? Нужно прыгать. Но мы же разобьемся. У нас нет выхода. Нет, только не это. Ну, вообще, как бы, он тоже может перепрыгнуть, по идее. Я думаю. Хотя нет, в оригинале он этого не делает. Чёрт. Так. Ага. Вот смотри, растворился. А что ему мешает сейчас, испарившись там, конденсироваться тут? Мне вот интересно. Ну ладно, он не додумался. Вау. Вот это классное оформление, да? Главное не обращать внимания на эти глаза. Согласен. Ужас. Здесь все очень странное. Да, говорящая ящерица, кстати, тоже довольно странная. Но ты, наверное, не находишь. Да, тебе кажется, это вполне нормально. Ну окей, хорошо, ладно. Ладно, тогда все норм. Тогда все норм, тогда все ок. Так, хорошо. Налево или направо? Прямо, там дверь какая-то, давай. Давай прямо. А, нет, не вариант, да? Ну хорошо. Так как налево ходить нехорошо, он решил пойти направо. Но оказалось, что это неправильный выбор. Надо было идти налево. Ай, больно. Кажется, дверь заблокирована. Кажется, когда ты с головой просто врезаешься в дверь, это больно. Да, дружище, нужно есть такое. Ключ найти. Откуда ты это все знаешь? Ну это же клише, самое очевидное. Нужно найти ключ, будут всякие монстры пугать, мы от них убежим, спрячемся, и все будет в порядке. Господи, где бы мне найти такую умную, интеллектуально развитую ящерицу? Она бы меня уже провела по дороге жизни, я бы уже был миллиардером, наверное, на особняке где-нибудь в Беверли... В Беверлях-Хиллз. Думаю, бы сидел. Не будет там никаких монстров. Ну-ну, это мы еще увидим. Да как бы один монстр уже есть, он у тебя на плече, чувак. Вообще-то это страшно, на самом деле. Ну представь себе, говорящая ящерица у вас на плече. Это стрёмно должно быть, по идее, нет? Ну ему нормально. О, ну понятно, кто сейчас будет. Я же говорил. Ага. Так. Да, я уже понял. Ага. Это монстр! Тихо, Спарки. Куда? Ты куда исчез? Меня тут нет. Я невидимка. Нифига он шарит. Прикольно. Так. О, картина какая-то, смотри. А, фигу. Это еще кто? Выглядит очень стрёмно. Классный. О, господи! Ужас. За что? А, кто это? Так подкрадываться. Я вообще-то тут живу. Мужик. Извини. Да, вот он. А ничего, что это вообще летающий монстр, на самом деле, насколько я помню, там, как бы он вокруг тебя летает, может вообще сверху находиться. А оказывается, летающий монстр, это стендап-комик Билл Бёрр. Да, все, я тебя узнал, дружище, да, это ты, оказывается. Ясно, ясно, понятно. Так. Тайны Роблокс двери раскрыты. О, здорово, чтец великий ходит, без глаза причем. Зачем тебе столько книг? Кажется, это тот самый монстр с карточки. Ага. А что он тут охраняет? Вон ту дверь с кодом. Так, хорошо. Крадемся. Прикольные фиолетовые бутсы, кстати. Такие. О, ты глянь, какой почуял. Кот? Какой-то адский, отель ведь проклят. Какой-то адский кот. Адский прям. Ну давай, давай, хорошо. Угадайте, папа. Попробуй поставить шестерки везде. 6-6-6-6, быстрее. 6-6-6-6? Это какое-то модернизированное число дьявола. Сработало? Это реально сработало, да? 6-6-6-6, гениально. Как будто бы этот отель был меньше снаружи. Ага. Да, а еще тут монстры и глаза в стенах. Да, еще там был Хаги-Ваги, кстати. Которого уже нету. Уже как бы Хаги-Ваги до отеля не дотянул. Ну что ж, ну бывает. Так, ну что, здравствуйте, товарищ. Один гонялся, теперь второй гоняется. Он напуган. А ящерица пофиг вообще. Ящерица смелая. Она просто открыла рот и кайфует вообще. Так, и что же у нас выход? Последняя дверь, да? Так. Наконец-то выход. Надеюсь, это конец. О! Не желаете снять у нас комнату? Я вижу, уже оцени наше гостеприимство, да? Да, хорош орать. Да, реально, зажигалку в него кинь. Идеально просто. Ой. По
почему бы на дне шахты лифта не устроить кучку взрывных бочек, действительно. Ой-ой. Ой-ой-ой, да. Не, ну слушайте, ну повезло тебе на самом деле. Вас, ребята, такая нелепая случайность от смерти спасла. Вы просто вот обалдели, на самом деле. Если бы понимали. Надеюсь, мне это все привиделось. Однозначно. Ну, по крайней мере, они нас точно не достанут. И то радует. Так, кто это в кустах? Ну, естественно. Кто же еще? Так, опять мужик! Серьезно, если это опять ты, бородатый ты лысый черт, перестань этим заниматься. Ну, правда, это уже перебор. А, это вроде не он. Ну и на том спасибо. Кстати говоря, заканчивать на этом просмотр совершенно не обязательно. Вот вам еще видосик про Roblox двери. Моя реакция там тоже. Если вам тут понравилось, и там будет смешно, забавно, весело. В общем, всем счастливо, удачи и пока, ребята. Увидимся вот там.